Шиншиллы очень сорные зверьки, и каждое утро мы под клеткой обнаруживаем вот такой вот ужас. Порой приходится убирать даже два раза в день. Ну вот я пропылесосила, чистота. Но вечером, скорее всего, придется опять пылесосить. Ну, мы даже пылесос отсюда далеко не убираем, чтобы быстренько навести порядок, чтобы грязь не разносилась по всей квартире. А у наших шиншиллок сейчас время сна. Вообще, сегодня у меня животные какие-то очень хмурые. Наверное, все-таки это связано с погодой. Обычно в это время они уже веселятся. А сейчас почему-то они все время спят и даже толком не едят. Что кролик, что они, не знаю, в чем причина. Ну вот, поменяла наполнитель. А, я забыла еще им корм положить. Положила погрызушки. Вот это веточки яблони. И тополя я положила сегодня. Ну и две шишечки погрызть. Вот наша Шершуля, наша мамочка, она очень любит веточки. Да, они все любят. Вот время ужина. Я насыпала им свеженький корм со всякими там вкусняшками. Ну, конечно, вот два брата-акробата едят в первую очередь. А мамочка с папочкой сидят, наблюдают. Почему-то не едят. Какие-то они, правда, сегодня у меня очень грустные. Сейчас давайте заглянем к ним. А здесь крутится он тоже, я знаю, он хочет сбежать. Антон, ты хочешь сбежать? А где ваши дети? Опа! Вот они дети! Вот он один детеныш! Антош! Он сбежал! Все, он сбежал! А ты куда? И ты за папкой побежал? Нельзя! Нельзя! Ну все, он убежал на кухню. Да? Вот я ворона. Вот он, этот паразит. Конечно, мне его одной не поймать. Мне нужно будет звать сына. Не обращайте внимания, это тут мои рукоделки. О, он нашел свою ванну. У нас есть очень большой шанс его быстренько поймать. Если сейчас он залезет в ванночку. Его испугала собака. Туда зашел кот. Вон, Пилькин хвост торчит. Будем ждать. Сидеть в засаде. Так, на кухню вот одна вышла. Бонька. Он уже залез в ванночку в эту с песком покупаться. Ну, вот кое-кто его спугнул. Да? Ты все испортила. Ты соврала всю операцию, боже. Ой, я тут постараюсь поймать. Вот он за коробками сидит. Пошебурши коробками. Боня! Вот он. Есть. Все, вернули мы его обратно в клетку. Бессовестно, как тебе не стыдно? Целуются, они уже соскучились друг по другу. О, боже мой. Уже здесь торчит. Вот так вот он у нас постоянно сбегает. И мы постоянно его ловим.